Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Продолжаю знакомить моих друзей, зрителей с поселком Терлян. По просьбе земляков хочу вам показать улицу Калинина. Много меня раз просили показать ее, выполняю эту просьбу. Такой денек у нас сегодня чудесный. Ночью был мороз, минус 20 градусов. Едем по улице Калинина. От начала. Вот слева видно развалины маслобойни. Раньше здесь били масло конопляное. Слева сейчас будет третья школа. Потом был в нем детсад в этом здании. Сейчас сказать не могу, есть здесь детсад или нет. Вот такая улица. Это район Низовка. Так он называется у нас в Терляне. Отсюда начинался наш поселок. Почти 300 лет назад здесь была деревня Березовка. Привезли сюда крестьян, как говорят, с Поволжья для работы на заводе металлургическом. И вот отсюда начинался наш поселок. Едем, смотрим. Так вот живет уральский поселок. Добротные дома, дрова. И морозы, и снег. В общем, настоящая уральская зима. Вот проезжая я переулок Крестьянский, просили снять меня его, но тут снимать практически нечего. Пустой переулок. Сейчас подъедем к такому месту хорошему. Вот тут она, улица Калинина, широкая становится. Это напротив пожарки. Летом здесь вся улица зеленая, травка растет, ровная такая. Вот посмотрите. Слева кедр растет. Вот сажают у нас кедр. В лесу у нас кедр не растут, но есть небольшие посадки кедровые. А так вот в поселке много встречается кедров. Где-то 2 километра эта улица. Половину мы уже вот проехали. Смотрите, друзья мои, зрители, ну и конечно земляки,
Смотрите, смотрите, смотрите. Вспоминайте свой родной поселок. Он живет. И люди в нем живут. Многие далеки от родины. Они всегда с удовольствием смотрят. Посмотрите, сколько елок у нас в поселке. Раньше такая мода была, елки сажать и тополя. Но тополя в основном все уже вырубили. Они огромные выросли. Но елки вот растут. Эх, какие красотки! Ровненькие. Денек был сегодня хороший. Морозец и ясная погода. Ну вот, друзья мои, проехали мы по улице Калинина. Хочу вам еще показать две улицы. Проедем сейчас. Вот впереди базар, наш рынок. Сейчас мы свернем на переулок Локотского. Проедем по нему. И свернем на улицу Первомайская. Просили меня ее показать. Часть я ее к пруду показывал. А это вот сюда. Ну вот съемка пошла против солнца. Не знаю, какое качество будет. Ну, наверное, оставлю. Не буду вырезать. Сейчас мы доедем до бывшей больницы и свернем на улицу Оглоблина. Очень меня просили показать ее. Есть ведь люди, которые уже десятки лет не были на своей родине. И так им охота посмотреть. Вдали, наверху, где растут большие деревья, тополя, там стояла наша больница. Было такое красное здание, кирпичное. Ну все, уже нет его. Больницу перенесли в другое место, а здесь вот такая панорама. Вдали Малюткин камень. Дорога здесь неровная. Изображение нам тоже прыгать будет. Вот так вот. Как уж получится.
выехать на какую улицу? Ну вот сюда поедем пока. Потому что дальше там мы не проедем. Ого. Это Коммунистическая улица. Как я понимаю. Сейчас свернем на Оглоблено, где дорога будет. Трудно тут нам выехать.